Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки бюджетной, но в то же время качественной колеблющейся блесне от компании Герман. Моделька у нас из серии «Не зацепляйк», и идет она под номером G1072. Блесенка имеет вес 20 грамм, расцветка в данном случае 0,1. Поставляется она на такой вот картонной упаковочке. Сама блесна у нас имеет длину 6,1 сантиметра. Блесенка у нас средняя по ширине. Носовая часть немножко более узкая по сравнению с хвостовой. А также края у данной блесны, как можно видеть, скруглены. А сбоку блесенка имеет легкий такой изгибчик. Также блесна у нас идет, скажем так, по форме волнистая, с такими вот явными изгибами. Внутренняя часть блесны имеет легкую продольную вогнутость, общий профиль как бы вогнутый у данной колебалки. В данной расцветке лицевая часть блесенки имеет провоцирующий окрас, то есть один бок у нас зеленый, другой ярко-оранжевый и середина такая желто-кислотная. Внутренняя часть блесны имеет хромовое зеркальное покрытие. Также имеется гравировка на внутренней части блесны в виде логотипа Германа и указан вес 20 грамм, что довольно-таки, на мой взгляд, полезно. Колебалка у нас оснащена двумя заводными кольцами. Кольца очень мощные, из толстой проволоки, с довольно-таки плотным витком. Также установлена имитация плавника, выполненная из пластика непрозрачного, имеющий красный такой вот оттенок. Далее установлен тройной крючок. Крючок у нас изготовлен в виде незацепляющегося, то есть на обычном тройнике. Тройник, кстати, довольно-таки мощный и довольно-таки острый, из толстой проволоки. На тройничке посредством такой вот проволочки зафиксированы стальные усы напротив каждого жала данного тройника, которые защищают данные крючки, то есть жало, от зацепов. При поклевке щуки данные усики сгинаются, и рыба довольно-таки успешно засекается. Единственное, после покупки блесны перед применением усики немножко нужно правильно развести над каждым жалом, и в принципе можно применять данную колебалку. Отлично блесна подойдет для ловли в тяжелых условиях. Это закоряженные места, заросли тростника с окнами, соответственно, либо травянистые участки водоемов. В первую очередь, конечно же, колебалочка подойдет для ловли щуки, ну и в прилове может попадаться другой вид хищника. Блесну можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод Рыбалка34, который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.